Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Пикачу, Фокси, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, скажите привет. Всем привет. Сегодня карта у нас FNAF 1, я скачал очень классный мод на Слендера, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду начинать ставить очень много Слендеров. Ну, немного, немного. Так, давайте я их поставлю на крыше, и они пусть к нам спускаются, кого выберут, того выберут. Все, больше не буду ставить. Так, пацаны, начинается выживание. Забыли мы еще скачать мод на ночное видение. Ну, надеюсь, с фонариком тоже будет прикольно. И вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Со слендерами, с SCP, аниматрониками и гонками. Со всеми подряд, все снимаем. Так, они просто вот ходят и все, и ничего не делают? Подожди, а как они так быстро со крыши спустились? Получается, они двери не открывают, они проходят через стены. Так, это ну, что? Как протестируем это? Как-то странно, да, они перемещаются? От них, получается, не закроешься, что ли, нигде? Еще такой звук прикольный на карте. Так, надо ломать быстро все здесь. Пока они не нашли меня. А! Убили! А откуда? А где он был? Вы слышите? А что такое? Получается, тут что, аниматроники? А, там есть комната с фиолетовым челиком. Я помню ее. Так, они рассосались по всей карте. Мы это будем выживать. Интересно, интересно. Так прикольно, да, когда не знаешь, где они? О, на этой карте нету за стеклом. Они все разные. Я понял. А еще прикольно. Они тп-хаются через стены идут. Да? Вот они! Ты сказал правду! Беги! Беги, глупец! Беги быстрей! Ха-ха, на улицу! Ой-ой! Мы должны выжить! Блин, прикольно, они прям за нами идут. Калитка, открывайся! Так-так-так, выживет сильнейший. Вот они, через стену прям проходят. Кстати, они вообще не лагают, но они очень как-то странно ходят рывками, да? Может, Слендер так и должен перемещаться? Но этом моде было 5 звездочек. Поэтому я его и скачал. Надеюсь, он реально крутой. Но убивает они. Давайте еще раз поддадимся и проверим, как они убивают, на каком расстоянии. Блин, очково так. Они просто касаются, я сразу умираю. Ну прям в притирку. Не издалека. Так, все, начинаем выживать дальше. О, знаете, кого я сейчас поставлю? О, давайте проверим, как они на крышу зайдут. А я еще поставлю, хочу добавить еще парочку штук. Ну, допустим, вот да, так фиолетовый челик тоже ожил. 3 штуки всего. Они не могут вверх подняться. Они вот тут вот стоят. Во, он поднимается друг на друга. Да как он поднялся все равно, пацаны. Ого, у нас тут по канале творится. Но нас такое не берет. Мы как всегда выживаем. По красоте все. Так, он ножиком режет дверь. Давайте дверь удалим, она реально только мешает. Во. Теперь вообще сильно. Так, надеюсь, можно еще кого-то добавить. Так, он вообще не ко мне, а не, он за мной. Так, у него цель за меня замочить. Мне это очень не нравится. Музычка играет, как всегда, конченая какая-то. Бежим. Я тут пролезу. А! Говно! Они такие звуки издают, как будто хрюкают. Блин, они со всех сторон. Было бы классно, если еще между собой бы они воевали. Пацаны, а чего вы молчите? Ого. Я не знаю, пытаюсь выжить. Обрати внимание, на улице ни одного облачка, идет гром. Что за говно? Так должна быть? Капец, они прям из этих, из полов уходят. Да, ну, они вообще везде перемещаются. Надо всегда, то есть, быть в движении, тогда они тебя не могут убить. Так, я сейчас поставлю еще парочку штук, хочешь? Вот, допустим, еще жил Добонька, допустим, вот думает, пойду я тоже погуляю. И ходит, гуляет себе по карте. Чика, Фредди, Голден Фредди. Кто у нас там еще? Вот давайте мангал еще поставим, так чисто поржать. 2 штучки. Так, отлично, они побежали по всей карте. Блин, они прям вот, знаешь, прям по воздуху ходят. И они меня нашли, ну я простоял где-то полминуты там точно. Так, они все за мной. Буду бы не хопить, поэтому... Погнала жара. Никто мне не догонит. Конечно, была бы марионетка, мы бы уже слились бы все. Где Слендер?
Так, смотри, Golden Freddy прям совсем быстро бежит. Потом уже... Замочили Фокси. Не выдержал такую нагрузку. О, вот они, через стену прям прошли. Не убей меня. У-у-у, кресло вонючее. Пацаны, я очень долго держусь, у меня получается. А тут просто бегаешь около здания. Да, я по кругу бегаю вдоль и тащу. Мангал здесь сторожило. Блин, прям рядом, совсем рядом бегаю здесь и тащу. Блин. А че, а куда они все ушли-то? Здание, а я не знаю. Так, все бегают тоже по кругу. Так, это фиолетовый пал. Челик, я свой, я свой. Посмотрю здание. Ей, замочили еще раз тебя. Че, кого-то там убили. Блин, знаешь, что еще прикол? Что вот эти доски реально мешают, чтобы вовнутрь залез. А, я ее хотел перепрыгнуть. Это ну, у них такая... Не получилось. Очередью. Прогулка вечерняя, да? Блин, как же зайти вовнутрь, если они мешают? Пробую пробежать. Я пробежал, да как? Получилось. Вот тут они, наверное, не пройдут. Отлично. О, блин, нашли меня, нашли. А, я умру. Прощайте. Нет, не умру. А, умру. Они такие черные пятна какие-то оставляют. Или мне кажется? Я испугался. Прожил, не? Знаешь, что самое реально страшное, это слендеры. Аниматроники, их можно обмануть. А эти через они, стенку проходят, и все. Они так неожиданно могут прийти к тебе. Ну, конечно. Два попробуем админским пистолетом убивается, или нет? Так, сейчас, пацаны, пробуем. Где эти челики? Они бессмертные! А, блин. Зарезалы, пацаны. А как их убить? Читеры, что ли? Что такое? А чё они бессмертные? А я не знаю. Они же должны умирать. Что такое реально? Ну посмотрим, может у меня бессмертие включено? Так, неуязвимость у всех нет, выключено. А, ты другую оружку пользуешься? Давай. Ого, они прям горят. Да сдохни ты! Блин, пацаны, начинает надоедать это все, надо их как-то наказывать. Почему не получается их убить? А мы что-то раз убивали вроде, да, NPC-шек? Подумал, как же их убить? Да почему ты не сдыхаешь, говно? Может, если... Может, уровень поставится. Да, блин, они меня хотят все замочить. Я, получается, вообще беспомощный какой-то человек. Мне даже школьник может убить. Да почему они такие бессмертные? Эти еще хрюкают, ходят. Блин, как их убить? А они... Вообще какая-то жесть творится, пацаны. Бля, они прям рывками идут и мочат всех. Прощай. Не убивается вообще никак. И NPC не убиваются. Никто не убивается. А может гранату эту вонючую бросить? Да я не знаю. Ой-ой-ой, гром-то аж светлеет. Да не, не берет. Ничего. О, давай, может, ядерную бомбу попробуем? Для эксперимента. Потому что, помнишь, вот та ядерка, которая находится, М9. Так, сейчас. Мы выберем ее. А, сейчас давай. Вот она, помню, даже дамажила тех, кто был бессмертный. Ну-ка. Так, ребята, я не хотел этого делать, но придется. Я это сделал. Ай, машина, видел, отлетела как далеко? Да. Ой-ой-ой-ой. Они еще живы. Блин, а получается их не убить, что ли? Что такое? Так, сейчас я их поочищаю с ТП. Мы делаем игнорировать игроков, чтобы они нас не убивали. Это вообще странно. Мне интересно, будет за нами гнаться? Так, он все равно хочет нас убить. На него это не срабатывает, только на NPC-шек. А это челик. Эй, а чё вы убиваете? Что ли, поломались? Не знаю.
А ну если так, они будут на месте, да, стоять, выключить ИИ? Да. Так, они нас все равно хотят убивать. Да нет, не убивают еще. Хорошо. Так. О, ну это сейчас будет жестко. Так, сейчас мы поставим немножко света, потому что не видно ничего. Вот так делаем. Чпонькс. Не знаю, может буду подлагивать у вас. В принципе, у меня подлагивает. Давайте мы не сделаем не так. Мы лампочки просто положим без веревок. Пусть их отнесет куда угодно. Так, ну и что? И ставлю все-таки слендеров. Хотите вы, не хотите, придется их убить как-то. Мне. Так, Entity. И есть у меня... Так, вот, не, вот это, скорее всего, будет очень жестко. Вот эта бомба мне нравится. Знаешь эту бомбу? Little Boy называется. Маленький мальчик. Это, наверное, пособие, как крашный горисмот, не? Сейчас будем химичить так, да? Так, ну что? Отсюда понаблюдаем. Давай на счет раз. Активация прошла успешно. 3, 2, 1, 0. Ой-ой-ой. Я подожду немножко. Ничего не видно. Офигеть. Вот это дамаг от бомб, да, проходит? Короче, мы их не смогли убить, да? Да, не смогли. Они еще стоят как... Делаем тогда вывод. Они бессмертные. Их невозможно убить. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Если ты сейчас...